Американская актриса Тристин Мейс, известная своим участием в многочисленных телевизионных сериалах, побывала в эти выходные на концерте Шиньюнь в Лос-Анджелесе. Это одно из самых невероятных шоу, которые я когда-либо видела. Популярность ей также принесло участие в бродвейском шоу «Король Лев». Никогда не думала, насколько важна культура Азии. Концерт изменил мою жизнь, он был так прекрасен. Я увидела танцевальные движения, которых никогда в жизни не видела, даже на Бродвее. Я думаю, все, кто любит танец и театр, должны обязательно посетить шоу. Тристин отметила сочетание западных и китайских инструментов в оркестре Шиньюнь. Они соединили так много различных инструментов, которые я никогда не слышала вместе. Иногда они играли мягко, иногда набирали скорость. Это было невероятно. Хочу поблагодарить всех в оркестре. Тристин Мейс также выразила благодарность всем танцорам Шиньюнь. Мне действительно хотелось бы поприветствовать каждого танцора. И если вы, ребята, смотрите это, вы удивительные. Продолжайте в том же духе, не останавливайтесь. Следующей остановкой Шиньюнь станет Сан-Диего. Там концерты пройдут с 19 по 22 января. NTD, Лос-Анджелес.